Тише, тише. Гюли, Гюли, Гюли. Тихо. Стой. Меня красавец на танец позвал. Вы куда меня тащите? Давай, давай. Умираю, Фират. У нас еще один танец. Какой танец? Танцуй. Жениха. Давай, мама. Танцуем. Ну же, султан. Ты жива? Аккуратно. Где я? Меня похитили! На помощь! Гюли, Гюли, спокойно. Мы дома. Отдохни. Фират с красоткой. Но красоткам не везет, по опыту знаю. Ты влюблена, да? Кто? Я? Все правильно. Фират красавец. Гюли? Постойте, в него? Фират, дай ей шанс. Красотка ведь, машалла. Гюли, ты, похоже, перебрала. Я видела, как вы целовались в телефоне. Где видела-то? Где телефон? Гюли, тихо. Аккуратнее. Гюли. Давай телефон. Целуй. Гюли, Гюли. Целуй его. Гюли. Если ты не против, можем и так поговорить. Куда они вдруг делись? Дома посмотрю. Подожди, ну куда ты спешишь? Посмотрю дома. Султан, свахи ссорятся. Нуртен? Да-да, они к Айдину идут. На тебя вся надежда. Беги, тетушка, беги. Беги, беги. Заткнитесь. Беги, беги. Сдержаться не могли. Брат, я у тебя в долгу. Никогда не забуду твою помощь. Мы тебе многим обязаны. Да ладно. Ну что, утомили мы тебя? Дай-ка подумать. 7-8 ящиков перетащила, кучу кастрюль, стульев, сковородок. Еще я пожарила мясо, раздавала орешки, под музыку вашу танцевала. А еще твою пьяную сестру до дома донесла. Да, наверное, немного устала. И мы так и не поговорили. Боюсь даже начинать. Обязательно будет пожар или потоп. Не бойся, на этот раз я не уйду. Шеф Фират, ты поступил неправильно. Но то, что ты сказала еде, то, как ты ее любишь, Шебнем думает это искренне. И фонд хочет, чтобы ты был шефом. Просит тебя произнести речь на вечере. Так что, если ты хочешь вернуться, мы будем совсем не против. А что думает нас? Нас еще сердится. Я все понимаю. Ты тут только ради фонда. Ясно. Что ясно? Хочешь, чтобы я тебя уговаривала, умоляла? Но ты прости, я не буду этого делать. Нет, для меня отчаяние другого человека не повод для манипуляций. Я же не твой докторишка. При чем тут Тайлан? Он не такой, как ты думаешь. Конечно. Он принц на белом коне. Просто джентльмен. Именно. А ты была с ним такой же настоящей? Смеялась ли так же, как сейчас? Ты вообще с ним смеялась? Ты к чему это клонишь? Он сделал из нашего с тобой поцелуя шоу. В его венах не кровь, а чай со льдом. Сначала ты палку перегибаешь, а теперь пытаешься залезть в мои отношения? Чего я только ждала от тебя? Посмотри ему в глаза. И все станет ясно. Его взгляд обо всем расскажет.